от поездок за границу. Чаще мойте руки. Старайтесь не касаться руками лица. Соблаговолите принять простую и эффективную защиту от коварной инфекции. Именно так обращались к жителям дама и господин. Акция по раздаче медицинских масок прошла на железнодорожной платформе «Немчиновка». Чтобы привлечь внимание пассажиров электричек, актеры Одинцовского народного театра предстали в старинных костюмах, в лучших традициях дачных театров. Мы сегодня вышли на эту акцию в поселке Немчиновка, который исторически был знаменит как дачный поселок, куда из Москвы приезжала интеллигенция и дворяне для дачного отдыха. Да. Поэтому мы решили сегодня быть в таких условных образах «Дама и господин» в стиле 19 века. Волонтеры вместе с артистами напомнили прохожим о необходимости защищать себя и окружающих в этот тяжелый период. Творческий подход никого не оставил равнодушным. Вы знаете, удивлены, я бы сказала, приятно. Да. И каждый раз особенное удовольствие мы доставляем машинистам поездов, которые непременно приветствуют нас продолжительным гудком. Раздали больше 20 масок. Организаторы уверены, подобные акции помогают людям стать более сознательными и внимательными к окружающим. Только совместными усилиями можно противостоять вирусу. Эмилия Рогелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».